В России, республике Коми, находится геологический памятник «Столбы выветривания». Они являются одним из семи чудес России. Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы и в первую очередь слабые породы. Твердые серецито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушились меньше и сохранились до наших дней. А мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой. Один столб высотой 34 метра стоит несколько в стороне от других. Он напоминает огромную бутылку, перевернутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. Находятся они довольно далеко от обитаемых мест. Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. Для этого необходимо получить пропуск у администрации заповедника. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пеший маршрут, а со стороны Республики Коми, кроме пешего, есть еще автомобильный и водный. Однако большинство из туристов посещают геологический памятник незаконно. Популярность сыграла, к сожалению, не лучшую роль для экологии региона. С каждым годом толпы самобытных туристов и автотуристов оставляют кучи мусора, разрушая тонкую экосистему этого края.